Всем привет! Сегодня концерт в Череповце. Это видеоблог. Погнали! Ладно, короче, встаем. Много дел. Где ты? Как ты, блядь, вообще начал снимать меня, блядь, спящего пидораса? Здесь очень сильно греет батареи. Я ночью чуть не охерел. Очень жарко. Наверное, потому что я их выкрутил, ёб твою мать, как. Надо водички попить, стресса сразу. Я сижу в хамаме. Готовлюсь к концерту. Всегда готовишься в хамаме. Ай, блядь. Это видеоблог. Это видеоблог. Вот так будет. А протереть, если... Нихера. Короче, все. Череповецкий видеоблог. Начало. У меня в номере нет окон. У меня есть вот такая херня наверху. Мы, кстати, остались в отеле Вологды, потому что в Череповце нет хороших отелей, нам сказали. Поэтому будем выступать сегодня в Череповце. Мы поедем туда на автобусе. Ну, на нашем автобусе, типа, рок-звездочном. Поедем туда. И будем ехать 2 часа, а после выступления поедем обратно. Смотрите, здесь выход на крышу. Я думаю, выйти, не выйти. Хотел вылезти и ходить по крыше. А потом подумал, я чё, блядь, Карлсон, что ли, нахуй? И все, о, птица, птица. А чё нахер летает? А чё-то я подумал, а чё, блядь, не вылезти в таком случае тогда? Только просто, видите, здесь узко, я не могу вылезти снимать, поэтому вот... Олег. Наш звукач Олег. Так, все. Видеоблог. Давайте проверим, что там. Ёпта мать. А если она захлопнется, я, блядь, останусь здесь. Я вот еще почему. Никто же это мог вылезти. Во-первых, надо снять. Ты постучись, если что. Так, опасность. Давай. Видеоблог по поводу Череповца, но мы еще в Вологде. Так, вот панорама. Так, сейчас мы снимем всю эту залупу. Ёб. Ну надо, это же захватывающий видеоблог, правильно я понимаю? Я занимался же паркуром профессионально, вы в курсе? Вот он я. Так, видите, все. Вологда. Я дальше никуда не пойду, не потому что я ссу, потому что здесь очень скользко и в целом нехер делать. Здесь вот... А, можно добраться до чужого номера, слышишь? Да. Тут везде очень окно, окон вот этих, и постучать туда. Вот там живет Ленка. Подожди. Лен! Может, там и нет никого. Так, на... Лед теперь в хате, ты в курсе? Не понимай меня. Да, уже было такое. Главное, чтобы не на вещах. Сейчас я отряхнусь. Все сюда, давай, все сюда. А, что это? Ну там, наверное, она живет. Ну, это видеоблог. Видеоблог. Иду кушать, обедать. Скоро выезжаем в Череповец. Поэтому... О, Тимур. Здорово, братан. Что делаешь? Смотрю шлюх, брат. Баду. Это интеграция рекламы. Так, сейчас будем есть. Так, а мы сели. Все, мы сели. Так, все здесь? Да. Каргинов, Комиссаренко, Новикова, Звукач, я ушла. Администратор, водитель, здесь все, и я. Меня не обижает, Леша, наверное. А потому что Звукач, это не так обидно уже. Рекламная интеграция у Тимура Каргинова, Баду. Баду, он настоящий... Ну смотри, сейчас, вот реклама Баду по тоскухе города.
И что-то еще. Да. Еще реклама. Что кому отрекламировать? Бежим по ссылочке в описании. Ссылочка в описании будет. Колокольчики. Лайки, ставьте пальцы вверх. Все. Это Mercedes Sprinter, ведь, да? Да. Много жрет он? Да, конечно. 13-14, это дизель, да, или что? Ну нормально. И механика, да? Ну нормально. На повседневку я бы не брал такой. А? На повседневку я бы не брал такой спринтер. Ну да. Ну, это для эгоистов машина. Ну да, типа такое. 2016 года. Вот он, 911-й Porsche, шестерка BMW, S-ка купе, и вот это для эгоистов. Открыть. Посмотрим тачку. Мы сейчас сделаем обзор тачки. Тачка. Диски. Диски, хром. Хром, есть отражение. Вот, все. Длинная, большая тачка, удобная. Это наш Rockstar вагон. Вот 81-й дом. Смотрите, Вологда, красиво. Знаменитый Вологодский 81-й дом. Он известен на весь мир. Все. Все, это видеоблог. Мы поехали. Дверь автомат, автоматическая дверь. Ничего никто не трогал. Это легоистическая, эгоистическая электрическая. Мы приехали в Череповец выступать. Тимур. Славка. Я в том году в Череповецкие угощения. Сейчас. Я в Череповце в том году забыл свои модные дорогие часы Xiaomi. 1200. Мне вернули сегодня их. Здесь же Комар передевал трусы. Ты был с нами? Нет. А ты был? Смешно. Прям вот здесь, да? Вот здесь стоял Комар, Витька Комаров. И полностью разделся до гола. Я одел концертный костюм. И после чего... В целом, у Виска трусы больше, чем у многих купальные шорты. Чем у кого-то. Да, Череповец один из самых потрясающих городов, которые с ним были. Без стёбла и так далее. Череповец и Нью-Йорк. Череповец, Нью-Йорк. Человек-паук же следующая часть в Череповце будет. Брюги и... И Токио. Токио, да. И Рыбинск. Там мы завтра, пока рано. Давай не будем загадывать. Да, следующий видеоблог будет из Рыбинска. Да, если все получится, мы в Рыбинск попадем. Следующий видеоблог из Рыбинска. Кстати, есть еще одна гримерка. Райдер не выполнен. Да, где? Если там вот нет... там свой блог и снимаем. Там туда. Да, Ленка, прикинь так. Сцена большого зала. Ключ в вахте. Жамалитные гости дворца. Дворца, мы в дворце. Просто дворец чисто. Верхняя одежда, смена обуви. Выход на сцену строго запрещен. Без смены обуви вход на сцену запрещен. Да что вы говорите? Да что вы говорите? Похоже на сменку? Нет. Похоже на сцену? Да. Я на сцене, не в сменке. Вот и все. О, смотрите, какой вид. Добрый вечер, всем привет, ребята. Здрасте, здрасте. Здрасте. Отлично. Видали как? Вот такое мы видим перед собой, когда выступаем. Оп. Ну что, давайте посмотрим закулисную тему. Что здесь интересного у нас за кулисами? Так, декорации. Опять, смотрите. Фортепиано есть везде, в любом тюзе. Не говоря уж о том, что мы во дворце вообще. Смотрите, сколько красоты всякой. Все резное. Смотрите, скамейка. Сумка. Какая-то красота. Смотрите, ну красота, здесь какая-то сказка. Терем-терем-теремок. Вот, смотрите. Красиво. Плюшка какая-то большая.
Блин, а это велосипед, смотрите. Велосипед. Что здесь происходит у них, интересно? Северсталь. Это начало нашего концерта в Череповце. Люди собрались вон там. Видно, не видно, не знаю. Это заставка. Вон я, меня показывает. Меня показывает Ромаха. Славка Комиссаренко сегодня будет выступать тоже. А вон я опять и Комар. Вон Тимур Каргинов, он сейчас пойдет первый выступать. Вон Ванька Абрамов, Нурлан там, Славка Комиссаренко. Вот Дим Караманов, сзади Юля. Вот Белый, Стас Старовойтов. Вот опять Ваня и Славка. Славка разминается. Вот Тимур сейчас пойдет. Вот я его обнял. Сейчас я точно так же сделаю, смотрите. А это Вань Кусович. Сейчас я Тимуру давай, тоже. Братан. Тимур, давай, братан. Все. Когда идти? Когда свет загорится. Да, иди. Тимур пошел раздавать. О, Господи! Круто. Я сам что-то, ничего не видно. Итак, Ленка выступила. Сейчас идет Славка Комиссаренко. Ничего не видно, Славка, погнал. Славка пошел выступать. Вот так вот. Вот так концерт в Череповце. Понятно, Петюни не дала. Слава Комиссаренко. Прости, ребята, не увлечься, не поехали. Видеоблог, все, закончился. Вот мы выезжаем. Это огромные толпы людей, которые окружают нас. И рвутся, ломятся на автобус. Эй, ты что прыгаешь? На автобус не прыгай. Все, вот мы поехали. Там небольшая пробочка из людей, которые... Все, все живы остались, все нормально, все хорошо. У тебя невероятные блоги, такие захватывающие. Тимур ест яблоко. Это видеоблог. Посмотреть, как это будет в оригинале. Скорее... Самое интересное, что в начале блога совершенно невозможно догадаться, что будет в конце. Лёха, сфоткай меня. Так очень смешно, Славке, лицо. Тебя сфоткать? А, на твой телефон? У Тимура 10-й айфон. Он очень сильно много на себя берет. Так, я снимаю видео, как фоткаю Тимура. Есть. Обязательно включи его в блог. А это останется, естественно. Все, Тимур, три фотографии. Распечатаешь в кодеке потом. Что, тебе не нравится? Пойдем. Что делаешь, Тимур? Я слушаю мистера Кредо. Кайфуй, кайфуй. Мы едем, короче, нам еще вот время 20:52. Нам ехать в Вологду еще часа полтора, да, наверное? Не меньше. Я повторяюсь, у нас в Череповце говорят, что нет хороших отелей, поэтому мы возвращаемся в Вологду. 2 часа. Там тоже хороший отель. И все, и будем там сидеть. Тимур. Да, брат. В кафе-рестораны идем? Да, идем. Все. Тогда блог не заканчивается, все покажем в кафе-рестораны, как Тимур будет курить кальян, я этим не занимаюсь. Все, мы приехали в кафе, Тимур. Тимур, Олег, ребята. А тут праздник. Воу-воу. Ничего себе! Ничего себе! Тимур! Подъем!
Здравствуйте. Здравствуйте. Нормальная тема. Блог, мы поели. Видеоблог закончен. День закончен. Череповец закончен. Всем пока. Иду спать. Все. Короче, это видеоблог. Череповец. Всем пока. Шикарно. Смотрите, как исполняет девственник. Красава. Волосами, блядь, не попади в струны. Давай нормально играй. Это песня про то, как мыть голову. Спасибо, Владимир Кузьмин.